Благоустрій міста у Олександрівському районі обговорили плани на майбутнє. А саме поточні ремонти дорожнього покриття та реконструкцію скверів, освітлення пішохідної зони на проспекті Соборному і ремонт внутрішньоквартальних доріг. На зустрічі з комунальниками йшлося і про нагальні проблеми. Это регулярный вывоз мусора, твердобытовых отходов, уборка контейнерных площадок, уборка внутридворовых территорий, соответственно, посыпка и уборка тротуаров, да, мест общего движения, жителей остановочные комплексы. Ну, я считаю, что в принципе мы справились удовлетворительно в этом году. То есть есть тенденция к улучшению по сравнению с новым, с прошлыми годами. Ждем в этом году продолжения капитальных ремонтов, как позволят уже погодные условия и проведенные тендеры.